По меньшей мере 6 человек погибли, еще 15 получили травмы в результате железнодорожной аварии в Дании. Трагедия произошла на мосту, который соединяет острова Фьон и Зеландия через пролив Большой Бельт. Штормовым ветром с крыш вагонов грузового поезда унесло несколько металлических листов. Они на большой скорости попали в встречный пассажирский состав, который направлялся в Копенгаген. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. Пассажирский скоростной поезд перевозил больше 130 человек.